Привет вас! Что же я не успел сказать на передаче «Кто против» 27 ноября? Ну, по традиции, видите. Ну, прежде всего, нужно сказать, что Елена Лукаш действительно права. Ну, по большому счету, эти разговоры я слышал и раньше. Но действительно, ну, как бы, знаете, вот разговоры. Она, как что называется, решила сказать то, что были слухи, факты. То, что действительно люди, которые погибли на Майдане, там много случайных. То, что там действительно есть спорные вопросы, это и раньше говорили. Я сразу, ну, я уж помню, разговоры были, ну, просто знаете, как. Но то, что люди погибли за то, чтобы другие стали миллиардерами, Елена Лукаш не сказала. А я еще раз говорю. Смотрите, если бы не было этого Майдана, люди бы однозначно не погибли. Да, были выборы. Ой, когда в 2012 году выборы президента, и было два варианта. Или Януковича изберут, или Порошенко. Или Тимошенко. Да, да. Президентом могла бы стать Тимошенко. Спокойно. Потому что уже тогда было понятно, что как бы все скатывается. Потому что я там все выпускаю. Я знаю, что выпускают. Вот такая вот ситуация. Но получилось дальше, конечно, печально. Люди погибли. Причем, то, что, ну хорошо, даже если молодому человеку дали героя Украины. Понимаете, мертвому человеку как-то героя это. Еще раз всем напоминаю, что на сегодняшнем этапе в Украине практически старается про это забыть. Не удивляйтесь. Когда-то даже был действительно там памятник пытались строить и так дальше. Сейчас там тишина. Тишина. Это факт. Обращаю ваше внимание. Что еще не успел сказать? Ну, действительно, что касается того, что Путин с Зеленским сможет договориться, решать экономический вопрос, уверен. Это факт. И вопросы контрабанды решать все. Ну, они не называть будут контрабанда, а санкционированные поставки. Это будет. Отменят ли после этого экономическую блокаду ДНР и ЛНР? Могут отменить. Да, вполне. Не, могут договориться. Поймите, там действительно могут договориться. Вот вернут ли то, что отжали? Ну, не уверен. Не уверен, просто не уверен. Ну, люди жадные. Если уже отжали, так отжали. Там мой визави Александр Сосновский сказал, а где подтверждающие факты, что Россия финансирует ДНР и ЛНР? Хотел сказать, ну, Саша, ну, ладно. Знаете, я знаю только, чисто случайно, знаю одних хороших знакомых, которые, да, действительно стоят в цепочке, занимаются финансирование, ну, частично, не все. ДНР и ЛНР. Деньги дает Россия. Это факт. С другой стороны, вы, наверное, слышали, что называют цифру там 5-6 миллиардов долларов за год. Знаете, если там действительно 5-6 миллиардов, то я могу сказать, но большая сумма денег не доходит. Не буду называть как, но чтобы вы правильно поняли. Там кормушка и счета, ребят. И счета. Но то, что действительно, если Россия, или, скажем, власть российская прекратит финансировать, ну, имеется в виду все. Это и гуманитарная помощь, и чисто финансирование армии, чисто финансирование народными лицами, чисто финансирование чиновников, ДНР на второй день сдастся. Однозначно. Я не шучу. Абсолютно не шучу. Это реальность. Тем более там, я так понимаю, если вы поговорите с жителями, да, так, однозначно. По этой причине, да, Путин пока будет финансировать. И дай Боже, чтобы все так продолжалось, потому что дальше никак. Что касается вот этих опять нормандской встречи, еще раз повторяю, встреча вещь хорошая, но она ни черта не решит. Невозможно решить. Заморозить, да. Ну, можно красиво принять решение, давайте полузаморозим. Ну как можно решить? Ну, тем более то, что там прописано. Восстановить территориальную целостность, восстановить конституционный суд. Как? Там люди с автоматом, с гранатометами. Грады стоят. Как? Вы приходите, говорите, судья пришел. Да плевать, мы тут с автоматом, мы самые крутые. Что? Ну как? Как это можно? Как это представить? Вот представляете, да, восстанавливается. Грубо говоря, на территорию ДНР и ЛНР проезжают представители Киева. Разобраться, а где же тут финансирование госбюджета? Они говорят, плевать, у нас тут град стоит, сейчас мы шарахнемся. Что? С кем договариваться?
Что касается ведения прямых переговоров с ДНР и ЛНР, я много раз говорю, это бессмысленно. Нет, тут не... Ну, они неплохие ребята. Ну, они ни черта не решают. Ну, видите, с ДНР и ЛНР как раз вот. И последнее. Ребята, обращаю ваше внимание. Чем меньше политики будут вмешаться в заключение газового контракта между Украиной и Россией, тем быстрее мы это заключим. Серьезно.